Здорово, пацаны, сегодня я хотел сделать такое необычное видео, в котором я расскажу, и мы с вами просчитаем комментарии к моему объявлению про Миз 250, которое проводим в данный момент. И я их не читал раньше, что-то так, может, вскользь где-то просматривал, и я сейчас буду первый раз читать и удивляться вместе с вами, что пишут под этими объявлениями. Какие цены я ставил изначально? 1350. Я ставил, скорее всего, не желание просто продать, потому что у меня как бы еще были покатушки, и мне просто хотелось, чтобы какая-то движуха прошла, чтобы продали мостик, и постепенно к этому ушло. Вот открываем первое объявление, которое я дал в августе, и читаем комменты под ним. Я уже в предвкушении, на самом деле. Так, поехали. Юморист всех друзей продаешь? Да, очень круто. Сварочный шов на глушителе, жесть, просто от бога сварщик, удачной продажи. Да, я об этом говорил, что у меня супер крутые навыки сварщика. Странно, а чего ты тогда все продавцов по 26? Цена за новых стоит, обманывают? Да, видимо, обманывают. Все думают, что литр, ха-ха-ха. А, я же все не там, их новый мод ездит придраться. Лучше варит, чем новый из магаза. Ну, кстати, что кому, как там говорится, какая шуба ближе, куртка? Не помню, что ближе к телу. Вака-фака-бой. Я ждал, что он появится. Даже какую-то картинку поставил. Вака-фака-бой. Так, залезем посмотреть сообщение вака-фака-боя. Че дорого всем, тем более, просто фоток на фоне игрушки или тропинки. Что, он все удалил? А, это новый создал. В общем, вака-фака-бой это такой... Видите изображение рощера, который под всеми комментами ржет. Оказывается, изображение жига, когда это написал японка, бывало он отыграл видос, только что он не пережил. Да, покатал бы ты со мной, посмотрел бы, что такое бы пережил китайчик. Ой, а кто-то у нас на пете продает. Руслан, а что по гарантии на заднем приме не засечь массовый шут подать? А как же ширина через неделю, когда ты сказал, что убедить друг купит мотоцикл, на чем же ты будешь тогда резать? Г-83, мой старый друг, который стал мне хейтером, которого мы катали, чуваку 40 лет, лишился работы, и после этого он стал работать комментатором на онлайнере. Ладно, ну, как бы я ожидал чего-то больше, на самом деле. Макафокбой, я ждал его, Г-83 еще будет в следующих объявлениях у нас судить. Переходим к следующему объявлению. Здесь почему-то только один комментарий. Странно. Так, дальше Евген. О, да. И Руслан, вот если честно, всем для вас, сколько ты вложил, вкладываешь для себя в этот мод, ни один нам человек не будет бумом, это был слиновый, так это кот в мешке, больше тысячи, я бы не ставил даже. Совсем, говорится, типа ништякам, или новый не 28, а 26. Но накладки на скид, стоит он оранжевым. Накладки эти, как по мне, так, это колхоз больше, сильные шины и убранные вибрации. Блять, научись писать, я уеден. Усиленные шины и убранные вибрации панели, так вообще рассмешно. Ладно, продавай, не буду мешать. А что взять хочешь, если не секрет, блядь? Так, следующий. Не надоело тебе по два раза на день делать новую объявку, или мои комменты так сильно мешают тебе на силах, которые купили бы мотоцикл. Ну вот нормально, что будут писать в комментариях каждый день под моим видосом, под моим объявлением, новый коммент и пытаться не помешать его продать. Я в любом случае его продам, независимо от ваших комментов. Ай, умор, ты еще без стоимости ключей, который заливал в него, это самый высокосорный затертый РБ, не прокачанный, так еще по цене нового. Ну, давай посмотрим, какой у тебя есть.
Там же вроде не 225. Ну, я пишу 250, я тоже пишу 250. Только никому не говорить. А, вот. Limited Edition. Что-то мало собрал. Так, я уген. Давай. Жги на палме. Тысячу предложу новый, 1340 стоит. Ну, покупай новый, посмотрю, через сколько ты начнет разваливаться. Слава Богу, смотри, как фартанул целый косарь, говорит, смотри, не прояви удачу. Да, вот я ее проебал, работа лишилась. Да не, он будет каждый день делать новый объяв, ждать на этой квадрах, и сам, который будет заезженный, затертый мопед с китайским прямотоком и макаронами на спицах по цене нового. Угу. Надо подождать, что скажешь, а Алкофобой может и стоит мафи денег. Да, Алкофобой, походу, уже не будет. Ну ладно. Там Евген-83. Смешно наблюдать, как он каждый день делал новую объявку после пары комментов, хотя в объяве написано, что комментарии не считает, а расписал так, как будто ТТМ продает, убранные вибрации передней панели, установили модный платный на спицу, ржу не могу. Добавил бы ссылку на YouTube со своими веснами, YouTube полгода резал в воде и грязи. Ну да, помню, поехали мы с тобой катать, Евген, на карьер, когда ты там на первой ямке просто взял и въебался. Приехал в подшальниках, в кедах и нихуя не мог делать. Правда, матку режешь, как говорится. Обои тупое. Ну, ясно. Ну что вы так жестоко, ну приболел человек первым мотиком, тюнил, главное, это не первый, кстати, мне второй. Макароны в пиццах модные, а все кухи на бочинах, думаю, что литр. Все кухи на бочинах. Ясно. Вопрос, стоит он того, или лучше ему взять 4000, как-никак, на катал. Ну вот, посмотрел бы, приехал и решил бы, а не писал бы в комментариях. Ответил бы, в личку брать бы опыт нового, по крайней мере, опыт, да, из 1000 я бы хорош, как подумал. А он бы можно взять за 1000 с гарантией ощущения, что никто тебе кроме тебя не топил в болоте. Вы возьмете за 1300 и никакой нахуй гарантии на него не будет, потому что вы приедете на мотовелозавод, и вам скажут, что вам нужно техническое подтверждение, чтобы печати стояли, чтобы вы меняли у них это масло гребаное, и никакой нахуй гарантии по мотору у вас нету. Никому нахуй не надо вам делать бесплатный мотоцикл, тем более мотор. Так что что-то на ремонт будете сами делать, либо новый мотор покупать за 300 баксов. Так, это у нас было Limited Edition. О, пошли, видите, рекорды. 21, сейчас мы доберемся к нему. 14. Так, погнали. Ебать, ну ты упоротый. Ну да, наверное, весь тебе жесть был по цене много. О, так, тут более-менее прошлый вопрос, если это самый лучший, то еще раньше вы продаете, то продаем, то потому что для рейсера. Особенно сам мотор не лазит, после того, что я тысяча людей, то бишь лазили спецы, а что же это за мопед, мотор, который перебрали в таком пробеге с лазит. Смирись и катай, поэтому нахрен не нужны такие деньги. Чего вы доебались, пусть под ногом продает, я его делал, я 100 тысяч продал, он там полный стоп был. Вот, первые проблески пошли адекватных. Я уехал, ебать, ну ты упоротый. Да, он такой. Чего ты заливаешь, пока солю две штуки с июля и сели, одна до сих пор, никто не берет. Все берут нормально, это просто ты тут дрочишь. Есть договор, там правда 2000 указано, ну мне похуй на подобие. И да, по косарю точно не висели, я монтирую, мама не говорю, да, я весь сам, или вот пиздюк, скорее всего пиздюк. Да, они все пиздюки, нормально. Ты в договоре можешь 100 тысяч написать, ничего не говорит. Ну ты пиздец, люди захотят мотопроходов, но ты ребята что делал каждый из камней или скорейные. Ой, так, Демонисиус пишет. Ты что, совсем мудак? Я же написал, что и сейчас висит за косарь, да и никто не берет, потому что этот хлам китайский никому не нужен. Да нужен, может, они сезонные, весну это будут забирать, если хлам китайский будет здоров. Ну, где за косарь висит, блядь? 1631. И он со полностью весь, от и до.
1131. В субботу заберу. Ну да, забирайте, потом еще вложите $300, чтобы он ехал как-то. Короче, если вы комментаторы меня сейчас вот слушаете, то приедьте в своих китайских мопедов, и мы с вами проедем в покатушку, которую я езжу обычно, и посмотрим, хватит ли вас и ваших стоковых мопедов, что вы комментируете. Но я это не вижу так. Дальше. ПСРК. Мой шоу за 2 недели, было 3 просмотра. 4 человек купил. Но достанутся только господа национальные. Не все, если можно купить бренд, попробовать на группу хочешь. Меньше 50-50 уходит. Это показало опыт владения 200-250. Да нормально они будут. Ты вовремя успеешь продать через неделю уже 8. Теперь из-за косарь здесь никому не нужен. Из-за цепи зрит как-то плачу игроков нет. Все это нам уже не нужно. Обычному пользователю не нужно. Ну да. Тут и летать весны, рисовать адекватный ценник. Но хозяин за меня хочет птичку сесть и на... Что сесть? Так, дальше погнали. 14-15. Погнали. Классный мод, видел, все нормально, но мне еще год, да, вот, прошел 1000 ЕС на этой бушке убитой. Блядь, ограничить момент, не нужно бы каждый раз подавать объяв. Блядь, я пробовал ограничивать, нету мод-барахолки возможности ограничивать комменты. Только в автобарахолке. ПЗРК. Не сочти это за грубость. Прокачал мод, заменился, перезакатал карту, резину, все дела. Зачем продавать? Для Ленгура еще в сезоне выход, конечно, оригинал, полусмен байка стоить может, положен. Нельзя ограничен только на то, да, вот. О, кореша продала на покатели. Причем этот коммент хороший товар давно уже полупродан. Это китайский настройка такой интересный. Если это будет интересно, знаете, посмотреть на жизнь вот этих вот комментаторов, которые вот желчь изливают. Я не верю в том, что жизнь их интересна, насыщена, потому что в этом случае у них не было бы времени высираться в этих комментариях и чем-то доказывать себе и окружающим свою какую-то правоту и крутизну. Поэтому я на них не злюсь, но... Все равно, конечно, после прочтения что-то такое остается. Удивление, скорее всего, что неужели, особенно я уверен, блядь, 83-го года чувак, 40 лет, это, ну, либо жизнь какая-то неинтересная, либо что. Конечно, он сейчас уже перестал мне тут всякую хуйню писать, но я считаю, что то, что я считаю, как говорится, за все приходится платить. 45 лет на алике я выхожу, да. Мотобарахолки не граничат, что придется каждый день новую хуярить. Да, таких как ты придется хуярить. 17 лет налики без бирки, 25 с биркой. Ну, закажу 17 лет на алике и 20 баксов доставка. Посмотрю, через сколько он тебе придет и через сколько ты его поставишь. Значит так, 3 литра на 40, 40, 4, 40. 40 на 320 литров целых, 17 литров. Так, начали считать, сколько я потратил на бенз. Ну-ка, ну-ка. 168 рублей на бенз потратил. Ну, может быть. Нихуя я сам тут покупал. Стоит 45, 25 лет это без доставки, за доставку будет 45. Видишь, человек надо доказать, что он прав именно вот в этой вот теме. Что стоит не 25, а 45. Сергахет. А я считаю, что промокод в городе это позор неужели не к окружающим. Любой товар вынесен из магазина, это минус 30 цены. Я его не вносил, сами привезли. Да. Хотел бы посмотреть на того, кто выносит меч. Качок. Вы вообще понимаете, что такое промокод? Совершенно несложно столько душить, переделать так, чтобы он работал тихо, но не душил мотор. Не понимаю, на что рассчитывают авторы подобного поведения, на сегодня день ресурсов составляет 3-5 лет. Вы ебаны 3-5 лет, он, блядь, на третий год уже, блядь, дохлый будет.
пробег 20-25 тысяч, люди за трехлетку хотят 800 долларов, когда цена 1200 диетин. Цена 26-28 миллионов. Я смотрел, специально заходил, стоили 28 с агамотом, притом сейчас нету, когда неизвестно. Мультик все правильно сделал, при захождении тролли рано или поздно захлебнутся шиной, да и объявка будет всегда вверху, тут только чтобы модератор может до 18 просить, просите, что здесь. Ну, модераторы меня не спрашивали, ничего я не нарушаю, я закрываю объявку, закрываю. А тролли не успокаиваются. О-о-о. Так, это у нас был... Да, вот сейчас у нас рекордный. Я окей, на самом деле, давай закончим эту войну, которую начал ты, говорили мне с группы Viber, я обиделся. И напиши мне в Viber, если не слышишь, что твой масон я пил на Алиском фестивале. Я не знаю, с кем ты пил, но я его не с моим масоном. Хотя, может быть, ну, я не знаю. Самый прокачанный запрос все равно не равня, а любому стопану, например, Volkswagen, господи. А бой это бой. Ну как никакие. Я тоже считаю, что лучше все равно бой лучше мод, чем уже было в китайцы деньги на весь. Я уже купил новый мод, спасибо. Так что вы шарите в этом разделе? Щитоводный мод для покатушек по лесным тропам, самое то, японцы ушатами на стоит вернуть денег, плюс не так, что выглядит поломка, катается больше, чем на ней, обещаем не напряг. Насчет вот этих вот всяких поломок, я скажу, что по катушках я был уже больших 6-5 раз в этом сезоне. И мотоцикл всегда доезжал, в линчиках, я имею в виду. И большинство мотоциклов, которые доезжали до конца по катушке, по сути, грубо говоря, едут. И были именно минчики китайские. Минчики 250-е, 200-е и рейсеры 200-е. Вот. И японцы... Либо не доезжали, ломались, мотор отвинили, либо там что-то еще. Вот. Никого не хочу обидеть, но говорю по факту. Японцев доезжало мало. Либо они укатывали домой, либо они ломались, либо колеса подвинули, ну вот как-то так. Так, бомбануло. Ты тоже хозяин меньше. Ты тоже просрал 300-400. Господи. Для этого человека вложить деньги в мотоцикл и получать удовольствие от езды называется просирать. Ну ладно, ты не занял место на царевах, не расстраивайся, я знаю, ты не виноват, что у тебя не было денег на хороший трендовый мотоцикл, что ты мне подскажешь, что счетовод совсем не я, сами знаете, кто... Да. О, большой чемпион, давай, отпизди всех. То есть ты считаешь, что здесь как пить лучше, чем купить ездить. По-моему, как первый мотоцикл с именно тем, кто не прибился к хай-грани уровень по уши, по душе очень хороший вариант. Можно далеко куда-нибудь ездить по болотному полу, даже на соревнованиях у нас один класс, по полу мы смотрим дверей. Купил, поездил, решил, какой ему нужен следующим. Вот, правильные мысли, адекватный человек. По-моему, это вопрос не мощный неадекватный хозяин, который продает этот хлам по цене нового. Объясни ли ты, купил китайский хлам, как ездил на нем, не пытаясь вложить с него, надеюсь, что просил за прошлым месяцем. Я не пытался превратить его крутой мотоцикл, я просто хотел его прокачать, чтобы было комфортно ездить, не нужно было париться насчет всяких там подтягиваний цепи, бла-бла-бла. Понимаете? Обычно я ему так пишу люди, которые никогда не ездят в большие покатушки, не понимают, что происходит в лесу, настолько уменьшили. Когда ты заезжаешь в болото, ты просто не можешь выехать, потому что резина становится сразу засанной. Когда нету этих вот ручек, защитных дуг на ручки, сцепления и тормоза переднего, то ветками деревьев это все выжимается, если ты еще как на гнях едешь. Это очень неприятно, ты задыхаешь буквально за полчаса. Даже как ты уже опять рекламу начинать адаптировать по своей условии эксплуатации, не вижу в этом ничего плохого. Насчет у них как раз категоричность и сказанность является правилами этого людей недалеким. Да. Снимался еще видео на пуск, который можно понять все равно, что мод из себя представляет. Все смотрели вместо того, чтобы быть благодарным, пришли гадать комменты. Ну вот, кстати, да. Многие смотрели и... Ну я делал как больше для себя, для памяти. Очень нехорошо бывает, что белорусы на ценах перегибают рынок.
Верно. Спасибо за блог Лидерс, они сегодня полезны, я понимаю, что за это можно выбрать видосы с тем, что их вообще не стало согласен на те, что все-таки стало больше частично правовым неделю назад. Где ты лучше, что? Так, ПЗРК, золотые слова, все верно, ПЗРК. В чем проблема, какими-то еще пару сотен купить настоящий японский эндуро? Еще пару сотен купить настоящий японский эндуро, 1500 настоящий японский эндуро ты купишь. Да ты, блядь, целый сезон будешь лопаться на нем. А не ты китайскую подделку, а когда забыл про Даван, хочешь тюхать эту хамку, дурочку, даже корешей своих просит, но мне тоже нужно написать. Каких корешей, никто их не видел. Я надеюсь, хватит доли, или за спасибо согласилась. Ясно. Покажи мне, я с вами начал бросить, бы еще и твой сон сочет. Жаль, что в жизни ты не такой смелый, как на этой сцене, ну бы тебе не было. Ну, да, не смелый, я бы не смог продать вереты по цене, не петушок. Все, ладно, не будешь меня на твою голову, но говорим не на кем ты приходишь, друг, брат, батя, я телефон, ты тысячный петух, когда Руслан говорит, тебе это окорчение, друг, стрельнуть не на надею. Господи. Господи, боже мой, что происходит? Что? Динамитилус! Кто ты? Что ты? Сколько монет биткоина в день? Нет, это школьник. Школьник-эксперт. Демонитилус-эксперт. Круг просто неебический. Не смог ответить в интервью в начале. Эти ссылки на дьявол на читайте. Может, там что-то продать, но боёво, потому что съебалась эта подружка. Ой, так, зрители подтвердили, что тут не было на пол. Ну что там подтвердить можешь, успокойся, он жизни не долбоёба, на долбоёба похож, а ты хочешь, чтобы на эти слова ответил забыть, раз в интернете не ты вышел, например, этим жизнь под пенсом. Забей-ка у вас головой, как бы даже школьники. Так, господи, сколько тут желчи, ох, я уж плохо устал. Ну ничего, немножко еще. Так. Демонитилус, господи, я думал, Ваков Капой будет у нас героем, но нет. Демонитилус пока что на первом месте, затем Яо Хьен. И не знаю, третье место нет. Фуфу, это не самый прокачанный, если свои игрушки думают иначе, будет скинуться тут этот ингрейт вам. А всем остальным советую докинуть пару сотен и купить настоящий японский эндуро, а нет китайскую подделку. Трубы продают, мерзают, селкам, респект. Жаль, что современный молодежь никогда не будет говорить на мечтинке, зато я не стал бы мужчине на лошадь, я без уважения могу удвоить такую мощность. Вот когда ты поймешь, это никогда очередной сергохец. Я, наверное, не видел, я выкинул топовых комментаторов, пусть интернет знает своих героев. Да. Так, дальше. Ой, блядь, мир китайский мод нашелся тут. Где мамки свои бати не травили, ты тоже сидит на этих сказках играет долбоёб. Он меня даже начали защищать. Прикольно. Так, продать этот Минск, купить японский дур, получить гораздо более мощный мод, чем Минск. А вот это был, ты же помогаешь Руслану, ничего, ты потом ложку. Не забывай периодически от него. На пиво. Откуда такая уверенность, что тебя не найдут? Ты так не вырастешь, не успеешь. Да, уже тут посраться успели. Куда там расти? Так же понятно, что он умственно отстал, и его в детстве головой полуронили, а я уверен, что на самом деле мгновенный блокар. Мамки свои называют, продаем мотоцикл. Слушай, мамки пошли, оскорбления взаимные. Мамки со своей напилы сказать, будет покупать японский дур за 1000 сука, как те тупорылые. А что с этой частью создавать мод на запчасти, тогда может и 1500 получится. Не скажешь на запчасти, как ха, нужно будет запчасти, это было душа вообще. Да я его не дал вам просчитать. Нормальный мод, если мы за 700 делать микс, не нужно грубо продала. Да, ничего интересного.
Это у нас 1-3 было, наверное. Да. 13. Наездился блогер. Нет, не наездить. Зайдите на YouTube, посмотрите, как этот мод насиловали. Да, зайдите, посмотрите. Ужасно, как насиловали во все дырки. За 1000 полностью говоря, за 1000 долларов удачи. Перед накатывал верного друга. Норм обкатку прошел. Будет тупое. Купил китайца, готовился продать его минимум, потому что дешевле, лучше случае 1000 пробег, готовился принять по никого не буду, здесь сколько ты в него вложил, все ряби. Ты уже 5 раз говоришь все. Да, вот действительно, посмотрел видосы и группу ВК, после фото ВКонтакте, скажу, вам лучше взять новый мод, так как заданный максимум дал 2700. На элементе есть. Да, убитый фон, и так, все ясно. Мой здесь, который будет лучше. По-моему, продавец еврей, самый прокачанный. Фунс. На одно, ни одно транспортное средство не вернул уважение и его деньги. В любом случае, это уже будет процент вечный год. Вакрофобой, какой твой за 10-те мальчик? Вакрофобой почему-то. Очень мало. И текущее объявление. Там уже должно быть 2. Да. Вот пение, опять же, те же грабли. Текст редактирую. Ох, хватит, переходы из другого ракурса, авось не знаю. Бой тупое. Итак, первое место мы дадим, наверное, этому Дэн Синтпану, второе Евгену, и потом третье бой тупое. Рейтинг наш, комментариев. Все. Надеюсь, вас не томил и немножко повеселил.